Приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня с вами, друзья, уделим внимание соли, поговорим о том, как вы можете выявить врагов с помощью соли. Также хотим поделиться с вами практиками, с помощью которых вы все то зло, что вам враги ваши отправляли, ваши недоброжелатели, может им вернуться и в самое ближайшее время. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца, друзья, будут много полезной, важной, нужной и интересной для вас информации. Прямо сейчас ставьте лайк этому видео, поддержите нас, нам будет очень приятно. Также, друзья, всех благодарим за донаты, которые вы нам отправляете. Вы знаете, на протяжении многих лет мы с вами используем соль, но порой даже не догадываемся, насколько сильную энергетику она имеет и что способна с ее помощью делать. Ее свойства открыли еще в древние времена, но тогда не все имели возможность ее использовать, так как она была очень дорогая и достать ее было практически невозможно. А те, кто могли это себе позволить, по тем временам были единицы. И это в основном были очень богатые люди. Нам с вами повезло больше, и проблем с этим нет. Мы можем приобрести ее в любой день недели, если она, например, нужна для особого ритуала. Мы можем взять у себя соль на кухне, так как у каждой хозяйки в доме она имеется в свободном доступе. Чем же такая уникальная соль, думают многие из вас? Во-первых, она многофункциональна. Ее использовать можно и для очищения жилья, энергетики любого человека. Она способна убирать очень сильный и даже разрушительный негатив, такой как порча, ненависть, сглазь, снимать привороты, убирать влияние ведьмы и энергии вампиров. Также она способна притягивать различные положительные энергии, наполнять ними вашу жизнь и жизнь ваших самых близких людей. Именно соль способна притягивать и различные энергии, которые вы только пожелаете. Например, такие как счастье, удача, благополучие. Она способна помочь найти любовь, уладить конфликты в семейных отношениях, а также притянуть денежную энергию, очистив энергетические потоки для ее поступления. Если принимать заговоренную соль в пищу, то знайте, что у вас не будет проблем со здоровьем. Хронические болезни просто-навсего будут обходить вас стороной. С помощью соли можно научиться и читать заговоры на богатство, удачу, сделать свою жизнь и дом полной чаши, чтобы нужда обходила стороной, а приятные события и моменты наоборот наполняли вашу жизнь. Если носить в кошельке кристалл крупной соли, выбранной из пачки, которую вы купили в полнолуние, то можно очень быстро приумножить свои сбережения и сделать финансовое состояние значительно лучше, а жизнь успешнее. Когда вы будете размещать такой кристалл, старайтесь, чтобы он ни в коем случае не контактировал с монетами. Лучше, если он будет находиться в отдельном карманчике. И когда вы будете его класть, трижды проговорите такие слова: «Соль, я тебя в доме для денег размещаю, уютом наделяю. Мне взамен помогай, денежную энергию, что в данном кошельке обитает, приумножай, и когда уйдет, сразу ее обратно возвращай, чтобы денежные проблемы стороной обходили и ко мне близко не подходили». Это очень простой секрет, но используя его, вы увидите, насколько он действенный. Также, если у вас в доме постоянные ссоры, скандалы, то что сделаем? Насыпьте у входной двери полосочку из соли и при этом скажите обязательно такие волшебные слова: «Соль, негатив весь к себе притяни, его собери, черту для недоброжелателей выстави. Все, кто в дом этот со злом войдут, ничего хорошего здесь не обретут. Ссоры из семьи убираю, недоброжелателям больше радость не доставляю. Положительная энергетика себя и свою семью окружаю, от любого влияния извне защищаю». Соль так должна находиться 3 дня, а вы каждый день повторять сказанные слова. Как только время истечет, соберите и смойте такую соль в канализацию. Все ссоры и проблемы тут же уйдут из вашего дома, а ваши недоброжелатели, которые впредь войдут к вам на порог, будут чувствовать дискомфорт и стараться будут покинуть ваш дом. А в их семьях начнутся неприятности и проблемы.
что поможет вам увидеть, кто же с такими помыслами к вам действительно приходил. Есть очень много различных учений, связанных с солью, и если знать хотя бы большую часть из них, то тогда возможно корректировать свою жизнь, защищаться от злых людей и быстро реагировать на возникшие у вас проблемы, пока они не стали хуже того момента, когда начались. С солью связаны правила, ее нужно уважать. Никогда никому не одалживайте соль, так как соль способна впитывать энергетику дома и людей, которые ее окружают. Отдав такую соль в другой дом и другим людям, вы целенаправленно отказываетесь от своей энергетики и положительных энергий, которые вас окружают и наделяют ваш дом, показывая им, что вы не нуждаетесь в ней и можете спокойно без них обходиться, что в результате сможет перекрыть доступ энергиям к вам, чем принести в вашу жизнь различные неприятные ситуации, с которыми вам придется справляться и бороться на протяжении долгого периода времени. Поэтому лучше все-таки не рисковать, и соль, которая находится в вашем доме, должна продолжать находиться в нем и служить только тем людям, с кем вы живете под одной крышей. Если вы боитесь обидеть человека отказом, тогда что вы сделать должны? Вы сходите в магазин и купите для него персональный пакет соли, но ни в коем случае не берите эту соль обратно, так как вместе с ней вы можете забрать проблемы того, кто будет вам ее возвращать. Поэтому оговорите этот вопрос сразу, чтобы больше не возникало неприятных и непредвиденных ситуаций. Также соль способна нормализовать сон маленького ребенка. Для этого нужно 3 щепоточки соли насыпать на раскаленную сковороду, далее делать в ней 3 круга по часовой стрелке, затем дать ей остыть, после этого сыпать в белый тканевый мешочек и разместить под кроваткой вашего малыша или же просто в любом месте в спальне, проговаривая при этом такие слова: «Соль, кровиночки моей, помогай, ее сон оберегай, все кошмары отгоняй положительными энергиями, ее или его лишь укрывай». Сделав это, вы увидите, что ребенок сразу станет намного спокойнее, он перестанет капризничать, а сон улучшится. С солью связаны также многие поговорки и правила. Нужно этого всего придерживаться. Так, вы будете показывать ей свое уважение, и когда в следующий раз придете к ней за помощью, она вам вновь поможет, так как будет ощущать, что вы стремитесь к знаниям. Учитесь чему-то новому постоянно и придерживайтесь того, что с ней связано. Вы удивитесь, но соль способна вам даже указать на врага, который может находиться возле вас, а вы, даже ничего не подозревая, считаете такого человека своим другом. Например, если у вас все было хорошо, прекрасно, а затем в один момент у вас начали происходить какие-то неудачи, неприятные события, все, что вы ранее планировали, оно просто разрушается, то, чего достигли, начали терять. Несчастье становится вашими спутниками, значит, возле вас находится тот, кто помогает этому всему у вас происходить, и вам здесь нужно начать сразу же действовать, пока не пришел такой момент. Когда сделать это будет уже очень непросто и понадобится много сил и энергии. Итак, что мы делаем? Возьмите любую емкость, это может быть небольшая банка, это может быть стакан или еще что-то, что есть у вас в свободном доступе. Перед самым сном наберите в нее проточную воду и установите данную емкость в изголовье вашей кровати. Обязательно это нужно установить с левой стороны, там же в изголовье положите щепоточку соли и веточку лаванды. Нет веточки лаванды, возьмите, положите лавровый лист. Когда ляжете в постель, высыпьте соль в стакан, поднимите его над головой и размешайте по часовой стрелкой веточкой лаванды или лавровым листом, при этом проговаривая такие слова: «Соляной раствор, покажи, кто не друг мой, пусть энергетические потоки мои очищаются, а ему в этот момент не засыпается, так как негатив к нему возвращается». Проговорив эти сильные слова,
Разместите данный стакан с веточкой на лист бумаги в изголовье. Уже после проделанного вы можете в любом месте, где вам будет удобно. Затем ложитесь спать с мыслями, что у вас все наладится и станет даже лучше, чем было прежде. Что все проблемы, все неприятности, накопившийся негатив уходят от вас туда, откуда и пришли. В эту ночь вы будете спать очень сладко, вам будут сниться красивые красочные сны. Во время сна может даже присниться ваш недруг. А вот проснувшись утром, ни с кем не разговаривайте, возьмите стакан, откройте входную дверь и трижды поляпайте, макая веточку полыни в воду за дверь, при этом проговаривая такие слова: «Эта вода негатив собрала, я его распространяю, недруга встречаю, он придет, негатив хозяину своему и перейдет». Этот негатив больше никогда не навредит. Кроме того, кто его отправлял, можете не переживать по этому поводу. Воду выливайте, а веточку вынесите и выбросите в мусор. В очень скором времени человек, который желает вам зла, он появится у вас на пороге, но не сможет объяснить внятно, для чего он пришел, но может и что-то попросить. Если попросит соль или сахар, значит, хочет навести порчу и убрать с себя негатив, который он начал ощущать. Если же что-то другое, значит, это в нем говорит ненависть и элементарная зависть. Поэтому ни в коем случае в этот день не впускайте его в дом и, конечно же, ничего не давайте. Пусть собирает свой негатив и уходит прочь. После проделанного данный человек больше никогда к вам не сможет прийти. Даже если до этого вы были самыми близкими людьми, друзьями, не удивляйтесь, зависть имеет свойство портить людей. Но лучше определить их на раннем этапе, чем когда исправить уже практически сложившуюся ситуацию будет невозможно. Чтобы выставить сильную энергетическую защиту от недоброжелателей, возьмите в жменью левой руки соль, выйдите на улицу и на правой скрестите пальцы. Две руки поднимите вверх и трижды проговорите такие слова: «Соль в помощь призываю, ту, что в колоке сжимаю, энергиями сильными себя с ее помощью окружаю, благодаря ним биополе укрепляю, чужому влиянию на себя дорогу перекрываю». И моя защита крепчает, ее сломать может только тот, кто все крупинки соли этой собрать сможет. Проговорив эти слова, киньте соль через левое плечо и уходите с данного места, не оборачиваясь. Пальцы на другой руке разожмите уже, когда отойдете далеко. С этого момента сильная защита от недоброжелателей у вас будет установлена, и вам больше никто никогда не сможет принести вред. Хотим еще поделиться одной интересной практикой, благодаря которой все то зло, которое было отправлено в ваш адрес, в адрес вашего дома, семьи, вернется этому человеку обратно. И самое интересное, что мы здесь с вами будем проводить практику с холодильником. То есть нам понадобится еще и морозилка. Почему именно морозилка? Вы должны понимать, что соль, как мы уже сказали ранее, она обладает уникальными свойствами. И она способна абсорбировать влагу и сохранять продукты свежими, что стало основой для ее использования для консервирования. А вот в магических практиках эта способность ассоциируется с ее возможностью абсорбировать и нейтрализовывать негативные энергии. Идея хранить соль в морозилке основана на принципе энергетической магии. Вода, как известно, является мощным проводником энергии, и ее замораживание помогает зафиксировать и запечатать определенные энергии или намерения. Морозилка, будучи холодным и замкнутым пространством, усиливает этот эффект, превращая его в своего рода энергетический замок. И соль в этот момент, когда вы ее оставляете в морозилке, начинает поглощать негативные энергии из окружающего пространства и из вашего энергетического поля. Этот процесс можно представить как своего рода фильтрацию, где соль действует как абсорбент, вытягивая негативные вибрации. Холод усиливает способность соли фиксировать эти негативные энергии, что и это помогает предотвратить их возвращение обратно в ваше пространство или на вас. Замороженная соль становится своеобразным контейнером для негативной энергии, которая не может выйти за его пределы.
Поэтому негативная энергия, пойманная и зафиксированная в соли, начинает постепенно возвращаться к своему источнику. И это объясняется тем, что замораживание и заключение энергии в соли создает своего рода отдачу. Энергия, не найдя выхода, возвращается туда, откуда она пришла. Как же правильно провести эту практику? Итак, возьмите соль. И перед тем, как положить соль в морозилку, вы можете ее завернуть в мешочек. Главное, чтобы это был тряпяной мешочек, не стекло, не какой полиэтиленовый пакет. Итак, положите соль в пакетик и подержите вот эту соль в руках и мысленно выразите свое намерение. Например, скажите: «Я заряжаю эту соль на очищение и защиту. Пусть она абсорбирует весь негатив и возвращает его к источнику». Далее поместите соль и положите в морозилку. Важно, чтобы соль не контактировала с пищевыми продуктами. И оставьте соль в морозилке на несколько дней или даже недель. Но периодически проверяйте ее состояние. Если соль начинает изменять цвет или свою структуру, это будет признаком того, что она абсорбирует негативную энергию. Как только вы увидели какие-то дефекты в соли, а вы, поверьте, вы это увидите, заменяйте соль на новую. Использованную соль нужно выбросить. Как вариант, лучше всего закопать в землю или смыть водой в канализацию, чтобы окончательно избавиться от негативной энергии. Кроме того, когда вы увидите, что с солью происходят какие-то изменения, сразу говорите: защита. Просто слово «защита» и представляете о том, что как ваша квартира или ваш дом находится в божественной энергии, в солнечной энергии, и никто не может вам навредить. Кроме того, ваши враги и ваши недоброжелатели начнут проявлять себя. Почему? Потому что их будет достаточно сильно печь на энергетическом уровне. При этом они могут осознанно воспринимать это или неосознанно. Здесь зависит от того, как человек развит и как он чувствует энергию. В любом случае, такие люди начнут появляться у вас в доме, начнут ни с того ни с сего ругаться с вами, хамить вам, разносить какие-то сплетни, гадости и так далее. Знаете, это начинает действовать так на них соль, и поэтому ваша задача — закрыть за ними дверь и больше не приглашать в свой дом и в свою жизнь. Потому что вот тот негатив, который они вам отправляли в ваш адрес, это все им возвращается, и достаточно в утроенном в утроенной силе, и достаточно сильно. Поэтому вы будете видеть, как их корожит, как они ведут себя даже неадекватно. Но ваша задача — отпустить, как говорится, их с Богом и больше не приглашать в свою жизнь, потому что бумеранг им вернется, и то, что начнет происходить в их жизни, им точно не понравится. А ваша задача — стараться как можно меньше рассказывать, что у вас происходит в жизни и к чему вы идете. Потому что помните о том, что чем больше вы что-то пытаетесь рассказать людям, вашему окружении, тем и больше, и то, что вам могут еще больше стараться навредить. Люди завистливы, вы сейчас знаете, какое тяжелое время. Друзья, мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. Прямо сейчас ставьте лайк этому видео, обязательно подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписаны, но прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Друзья, это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам благ, друзья. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.